пожалуйста. Сейчас это... Нет, там все осталось. Что, нет у него полки? Так вот, у нее же есть. Блин, у меня еще не сдох айфон. Сейчас еще меньше. Он снег шел где-то часа два назад горизонтальный. Да, ну вот белый нормально. А у нас нет мячей. А тот. Это а вот этот лучше, он нормальный. Это вот второй белый, он будет. Тобой. Вот, тренер. Ты что, тренеришка, а? Давай, 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 блядь! Я только вижу, вроде более сухие. Но тут нужно не более менее сопротивление. Ну и классно, пусть сгорит. Я не хочу компы. Это последний наш комп. Это последний минут обороны. Андрю, иди в центр. Кто? Поиграйся в край. Не, сухие, сухие. Все равно там постоянно. Давай, давай, Рус, давай! Это оружие! Андрюх, ты впереди! Нет, эти герои играют, им нравится это. Я надеюсь, это, ты это запись, эти звуки удалишь. Да, а, постараюсь. Так, в какую? Давай. О, ответный. Все. Так, сейчас подожди, как раз вылетел. Ты оказался не на уровне. Давай, 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 давай,
один, один. Олег! Иди, 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 иди! Я в таких условиях один раз снимал на четвертом поле, с бровки, без зонта, без всего. Поэтому то, наличие здесь хотя бы чего-то подобного крыши меня безумно радует. Ну только толку от этой крыши, она 90% пропускает. С точки зрения, как тебе нужно сидеть здесь с оборудованием, типа ноута и так далее, это просто каша бесполезная. Понимаете, да? Кто-кто в теремочке живет, блядь? Разрезать на части и просто сожрать нахрен. Не, подожди, нужно снять шкуру и воспользоваться ею тоже, как частью домика, блядь. Кстати, хорошая идея, пойду кого-нибудь зарежу. Сниму. Как раз свежая кожа будет очень хорошо влагу впитывать. Главное, чтобы в ней не было много дырок. Я аккуратно сниму. Не есть. Дырочку учил кожу снимать животных. Но! Корова! Блядь, давай, блядь, поменяй мячик на голову. Я даже приближать ничего не буду, это нереально в этом чехле, блин. Я знаю. Дэн, стой здесь, вот так. Смотри, сейчас вот так. Огонь. Иди ближе, скоро. У меня, конечно, техника стоит не столько, сколько у тебя, но мне все равно ее жалко. Макс, левая рука. Понять, греки это или не греки? Ну, либо кавказцы, которые косили под греков. Скорее всего, это были греки. Косые кавказцы? Да. Нет, вторые там точно были греки. Это разве Греция? Греция, точно. Что-то я с третьего присматривался и не мог понять. Вроде грек. Блин, как-то мне очень хочется, чтобы комментаторы были здесь. Мне очень хочется? Очень хочется. Очень хочется, вот и я тебе об этом. Прямой прыгает.
Слушай, можешь одной рукой вот так зонтик придержать? Прям вот так, да. Прям вот так же, да? Ну, чтобы сейчас ЦДН не забили. Хорош, Русь! Ты договорился, да? Ребят, каждый с каждым бить, найди кого-то. Он всех знал. Женщин, найди кого-то, кто-то, да. Андрюх, твой, Андрюх. Тебе отдать его? Давай, держи. Все, подтягивай, подтягивай чуть-чуть, подыши. Королева ножка. Все, сядь, Кирилл, с ним. Да зачем? Витя, сам бей, Вить! Парни, не бросайте игроков, парни, Феникс 9-2-0 ведет у Эгриси. Да, что-то. Нет, это я не знаю, что это какие-то команды, которые со всей Москвы вышли в первый дивизион в этом году. По-моему, да, Лига Москвы, что называется. Да, просто я Уткину написал, говорю, ждем в сету, не влезть. А он, оказывается, вчера собака здесь была. Нет? Ну, на YouTube-канале, где у него всем это Эгриси, там все дела. Знаешь, в любительском футболе вообще очень много хороших парней.
подави, подави, подави. Все, стой, не надо. Только такой пиар, блин, и хорош, блин, медиа вот есть у Эгрис, это меня вымораживает просто. Ой, извини. Он дал тебе не вымораживает? Не-а. Я не знаю, честно говоря. Эгрис меня вымораживает больше. Чем тебе не нравится? Там как раз таки обычные ребята играют. Просто лучше мне это делать. А, повернись, Он пробует стать тренером, так гляди и сборную России. Серёг, надо дольше поиграть чуть-чуть. Потеряем защиту. Играй! Сзади, Андрюх, сзади, Андрюх! О том, что тебе сломанная, попробуй другим. Не, она не зацепится, просто она не будет держаться. Там не за что зацепиться. Просто подержи вот так. Сядь, сядь, Витёк, сядь, надо подышать чуть. Витя, на ногах! Витя, на ногах! Витя, на ногах! Блядь! Рэс, минку, Рэс! Ты еще повезло, ты успел оба наши книжки один из которых потому что мы водой залили. Здесь, кстати. Ну, дождемся. Я понял. Тут обмало. Мне повезло, я купил по большой скидке. Прекрасный Безрингер. В Черную пятницу устроили реально скидосы на некоторые модели. У них были скидки, ну, реально от 40 до 70%. Красота. Они, ну, реально сделали. И причем они делали в основном на самые популярные. У микшеры для компов, USB-микшеры, для фрис не очень популярная тема пока что. Из-за этого на все USB-микшеры была скидка от 50%. На более-менее популярную, у которых один два кода для микрофона, на них скидка была самая минимальная. А вот что больше идет, на них скидка была максимальная, потому что их вообще не покупали. В итоге вместо 18 я 6 купил. Красота какая. Как раз собирался на все брать. Дом!
один, 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 Жень, бей, Жень! Просил их там после этой игры статьи бы я снимать буду. Хотел снимать, мне статьи просто с собой нету. Отложить. А у меня нет штатива, это только прикрученный. И все, и он на двух ногах. А, то есть. У него одна ножка сломанная, нет, поэтому. Или вы на каком поле снимать будете? Вы на каком поле снимать будете? А, на третьем? Тогда пардон. Я думал, если на втором, то я бы вам оставил бы этот штатив. Понятно, я и понял, что ты прикручен уже. Да, 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 все. Да, смотрите, один, Макс! Дай лево. Хорошо. Право! Антон, решит раз, два, все. Ну, Женя! Давай, давай! Ты тут защитник, правда? Давай, Женя, давай! Yeah.
же, блин. Ну, Витя, шаг, а так. Да! Хорош, Витя! А тебе до конца игры не было. Здесь выдвигаем. Просто две ноги, у которых с планкой, не выдвигаешь вообще. Только сократи полностью, там у нее не до конца закрыто. А вот эту третью ногу, которая без планки, ее выдвигаешь максимально. Все. Не, я очень хочу комментатора сюда вызвать. Только сейчас радиопеть или будет страшно геморрой. А тут сама съемка сегодня геморрой. Сидеть вот так вот без 3000 зонтов. Хорошо хоть один матч, как серьезно. Хоть что-то есть отрадно. Ты максимально близко камеру подожди сюда, чтобы тянуло. Сразу встань, Макс, Макс! Петля очень хорошая. Чего? Петля хорошая. А. Петля-то это вообще... Дима! Есть, Макс, да, хорош! Видишь, Макс рядом! Все, ты перед витром вот так надо мной. Это вот там дверные не попадают. А, я думал, ты петличку называешь Ярослав. Слышно, Леша, слышно. Не, ну а слушай, откуда я знаю там? У ноутбука есть имя? Да. Малыш. Малыш? Да. А у микшера? Микшера? Звоная. Еще ебаный в рот, блядь! Все, у меня фантазия кончилась, извини. Роутер? Раздаваться. Че? Ты как? Сплит? Чего? Терапия. Нет, почему? Просто с эксплитом нужно быть обращаться. У меня эксплит всегда работает. А вот что вы Бадахина, не знаю, я говорю, это выполнять. Просто, ладно, на... Не, ну понимаешь, ДНС это вот русская рулетка, серьезно. Это реально битва с сумасшедшим. Дурдоме со связанными руками. А вот, прошу прощения. Как там его? Комп Бадахина это пипец мощный чувак, который мощнее, чем мой комп, комп Ильи и так далее. Но он что-то с ним сделал, что у него ничего не работает нормально. Теперь, Серега, видишь? Я провод протягиваю. Давайте, пацаны, не надо троем, четвером стоять. Кто устал, здесь остались. Священный зон. А в Кристофе у нас бы не было зонтов. Мне бы с такой погодой бы тут просто бы открыли. Пускаемся! Дим, бой, будь вторым, здесь вопрос! А у тебя есть ковры? Слушай, если у тебя есть ненужные ковры, давай так и сделаем просто. Это хоть что-то будет похоже. Это правда будет выглядеть со стороны, что-то здесь произошло. Советский Союз, ковры на стенах. Блин, ты откажешься, чтобы тебя со всей стороны вело? Я откажусь. Откажешься? Да. То есть ты хочешь, чтобы тебя лило со всех сторон? Да. Ты знал это? Да, как бы, и что? Мне просто нравится, когда ты весь в этих самых... В зонтах. Пожалуйста. К какому? Давай! Это
этого HDMI. А как ты будешь это комментировать, если ты видеть ничего не будешь? По картинке? Так у меня вот картинка, есть на компьютере. Ну, а если только так. Иди туда, уходи, оттягивай линию, подожди. Либо комментаторы работают в некомфортных условиях, но идеальный звук. Что бы ты выбрал? Я не хочу делать выбор. Я хочу где-нибудь, где суп. Я об этом прошу с начала сезона. Как практика показывает, что это совсем осуществимое. На примере стула. Стола. Да, посмотри на стол, который его уже нет. Стол, в котором у нас даже ничего не бывает. Понимаешь, в чем проблема радиодействия, короче, плохо реагирует на стекло всегда. А у нас расстояние, по идее, радиодействие ловит сигнал на 100 метров. Расстояние до туда, до метата, 40 метров. Ну, сейчас же опять будет щитовки всегда. Такое себе все это дело. На самом деле. Подскажите, бля, вы на поле, бля, подскажите ему. Оп, наш, бля. Жалко, что ты не к нам. Такая веселая погода. Так, где вы помните, как включать? Включили? Давай, включи, включи, поставь на мут. Скажи, как мут снять. Мут снять просто нажатием на клавишу. Слушай, а вы выравниваете камеру? По горизонту? Да. Конечно. Ты просто знаешь, когда туда идет картинка, она наклоняется как будто бы. А тут, знаешь, из-за чего сложно, потому что немножко близко вас так поле, поэтому это ощущается. В любом случае получается наклонение небольшое. Это как бы неизбежно. Ты, ну, ты же видел расстояние камеры, допустим, на больших стадионах от поля, какое здесь? Почему? Здесь камера была расстояние. Нет, дело не в камерах. Дело именно в расстоянии. Не было. И ты сейчас, тогда я не понимаю, о чем. Ну вот ты поворачиваешь камеру, да? И прямо вот сейчас, когда так вот она смотрит, а у нее реально по горизонту. Да. Чуть-чуть она поворачивается вправо, не влево, работал, горизонт как бы наклоняется. Сейчас посмотрю немного. Не, ну я знаю, что такая штука бывает. Ну, потом, не сейчас. Вперед! Обратишь внимание. В любом случае, это не конец света. Так, я включил. Единственное, желательно, когда комментируете, говорите прямо в петлю. Да, держите за клипсу. Витя! Витя! Отдаем, ребят! Понял? У нас там с другой стороны будет закрытое помещение, на самом деле будет слышно. А все равно лучше звук, когда ты говоришь прямо в микрофон. Я же через микшер загоняю, микшер компрессор делаю, чтобы звук определял сильнее. Просто я дам еще отдельно звук с камеры, чтобы лучше. Как вы зашли? Можно прямо с поля. Как? Нет. Ну, с интервью, в смысле. Хотя речь о интервью вроде не было.
я имею в виду, мы там сидим. Давай так, как команда выйдет. Короче, идите сейчас, просто проверьте сигнал. Проверьте сигнал. Мы сейчас проверимся, чтобы мы хотя бы настроили. Пока у нас время есть. У меня вот все настроено, нужно только звук. Рус! Рус! Не, я имею в виду, как мы входим в эфир. Они когда вышли на поле, да, да, да. Все, сразу вот они дошли до центра, да, две команды. Да. Начинают там разыгрываться, мы уже в эфир. Да, да, да. Все, окей. Макс, смотри, через пиво можешь! А с кем ты хочешь? Это возрастное. Это не с кем? Да. Нет, это просто... Массаж? Не палите, не палите! Вот так вот. Что-то мне вот задница подсказывает. Есть колонна, у меня лево! Надо будет переподключаться. Трансконтейнер играет, а у меня же уже стоит трансконтейнер, какой компьютер у меня? Он сам поменял надпись, знаешь? Лёша. А с кем играет трансконтейнер по твоему умному компьютеру? С ПКСП. Сейчас. А так играл с Динамо. Кстати, был забавный матч. Ну, думаю, 0-0 сейчас не будет. Спасибо, Рэд! Справа нога, справа! Черный! 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 Выходите в эфир. В смысле звук? Включите звук. А, вот. Я тебя слышу. Да, тебя слышу хорошо, а вторая петля. Главное, смотри, еще не вырубай. А, вторая петля, ну-ка. Это ты в нее говоришь, да? Ну я вас слышу хорошо. Если вы у окна радиоприемники так держать будете, будет все космическое. Вот как ты сейчас стоишь. Вроде бы. Ну давай тут вариант. Все, давайте. Я жду, я запускаю эфир, но сначала без звука просто. Да, договорились. Хорош! Проверяй! Ненавижу работать с радиомедлями на большом расстоянии. Это, блин, как секс с негром. Это я вспоминаю Михаила Басова. Никогда не забуду его страх, когда играет он в матче же «Спорт Африка», и вот один из африканцев палец в рот засунул. И как Алагрич до сих пор боится, что он чем-то заразился. Что ему так и кажется, что он после того эпизода стал себя в целом хуже чувствовать.
Я так говорю, как они не все из РДР, я говорю, так нет, там только трое из РДР, двое из других, которых с Африки пригнали. А все остальные с Африки пригнали. Он такой, что? Так, Ярослав, почему меня не предупредили? Ведь он серьезно, кроме шуток, реально боится, что он там что-нибудь с него с языка связал. Хорошо, слава богу, не слушай, а зачем он лизал ему палец? Он не лизал ему палец. Они боролись, у Михаила Игоревича был открыт рот, а тот чувак взял ему и засунул в этот момент в рот палец, чуть ли не два пальца целиком и через ребро. Встать! ПКСП? Так, 2000 чемпионов Запада. У них есть этот Эммануэлла, я не вижу его, негр. Он играл в чемпионате Беларуси за Гомель, за кого-то не играл. Хороший чел, так я его сейчас что-то не вижу. Эй, пошли, Сет! Что говоришь? Сегодня с ними? Вышки ЦДК, но они снялись. Так, Серега, молчи. Раскатынь выиграл сегодня. Ну посмотрим.
Просто если, конечно, Эммануэла. Ну, слушайте, я, короче, по-моему, опять один раз в год я видел статки. Гелфелд их полно. Гелфелд ставь не хочу. Вот на студенческий спорт очень тоже стали появляться. Даже вот этот девичий финал волейбольный был. Да, блин, ты понимаешь, вот мы стоим, вот представь, что мы с тобой сейчас сидим, и тут загонят дебилов, которые вот прямо возле нас будут дубасить палочкой. Не палочками, руками со всей дури. Естественно, у нас там камера вибрирует каждый раз, когда они дубасят, и все остальное. Роутер вообще подпрыгивал на полметра. Мы им говорим, ребят, хотите болеть, отойдите на нас, от нас хотя бы на 2 метра. Вы готовы? Да, я готов. Короче, начинаем. Просто давайте я лучше так на связи буду, если что, говорить, если вдруг что. Нет, я буду пишать. Все, досчитай до 5, я вас включил. 1, 2, 3, 4, 5. Поехали. Все, вы в эфире. Арсен, Арсен, включись там, Арсен! Макс, Макс! Давай, Дай мне середину!
Переводать.
Рус, уйди сюда, ты здесь не нужен. Рус, глубину, Рус. А тут центральный есть. Иди, иди. Никого там не попасет. Да ладно, ничего не было. Ладно, не пай. Витя, попробуй, Витя! Витя! Попробуй, попробуй, Витя! Давай, давай, давай! Под перекладину! Нина, под перекладину! Беги! Встань на штангу! Thank you.
на троих умирает. Да, пойдем. Вот, троих на одном замахе. Пацаны, все в раздевалку зайдите, пацаны. Мячи заберите. Жень, скажи, что все в раздевалку зашли. Слышишь, Жень? Да, да. Ты что, ебать?